Ребята, привет! Угадайте, где я? Вот у меня проснулся дух исследователя, и захотелось найти какое-то заброшенное здание и получить себе приключения. Надеюсь, меня не поймают. Все, я пойду. Давайте со мной, меня поддержите. Я проникла. Вот. Попробую на своих каблучках тут пройти. Вроде этого нет. Так. Так, тихо.
Ребята, вот я и в машине. В общем, выбралась я все нормально. Давно я такого не делала. Вот. Мне было страшновато. Прям даже не страшновато, а страшно. Я перепугалась. И, в общем, когда я выходила, оказалось, что прям на выходе много было народу. То есть какой-то мужчина там разговаривал с охранником из другого здания. Кто-то там еще что-то разгружался, кто-то там мимо проходил. И, конечно, они были удивлены, мягко говоря, когда девушка на каблуках пыталась слезть из заброшенного здания с огромной там высоты, парапета такого там. В общем, лестницы не было. Я там на каких-то кирпичиках, думала, ноги сломаю, но никто не помог мне. Они просто были ошеломлены. В общем, я спрыгнула, отряхнулась и пошла гордо мимо них. А на самом деле, ну, я представляю, как они, ну, что, какие мысли и чувства у них были в этот момент. В общем, да. Давайте пока-пока. Пишите под комментариями. У меня же до сих пор руки немножко потряхивают. Ну ладно. Жду ваших комментариев. И пока-пока, до новых встреч. И ловушки.